Чисто. Курян. За это вполне желтую получить он может. Навешивает в штрафную. Здорово, что навес получился, но удару явно не хватило точности. Похоже, тренер считает, что нужно освежить игру. Мохаммед Салах неудачно в передаче играет. Ти Лоренцо. Тиаго Силва. Аут будет. Соланке. Отличный отбор мяча. Конца игры 7 минут. И мяч перехвачен. Никак они не могут мяч удержать. Атака уже затянулась, нужно обострять. Все в оборону. Есть у него поддержка в атаке. Виллер. Все-таки получилось забить, но отыграться будет очень тяжело. Времени почти не осталось. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чудо в половине поля. А вот это какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Гол, гол, гол! А будут ли еще голы? Будут! Шесть голов наколотили друг другу команды, и у нас 4-2. Все, судья завершает этот матч, гости терпят поражение. Ничего хорошего после этого матча им не скажут. Большие проблемы в середине всегда. Если мы хотим дать определение «отличные условия для футбола», то вот, пожалуйста, они перед нами. Георгий Черданцев и Константин Генич работают сегодня для вас. На этот раз смотрим матч «Play-off Champions». Скучно не будет. Боро против Реала. Они не смогли выиграть в прошлом матче и наверняка разобрали свои поражения. Иначе не бывает в таких классных командах. Значит, ждем их победу в этой встрече. Проигрывать еще раз никак нельзя. Итак, давай посмотрим на стартовый состав Боро. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Хавьер Маскерано начинает с Эдвин Ван Дик. Уходом начинает с Лероем Сане на краях полузащиты. Впереди Гарри Линникер сыграет вместе с Эрлингом Холландом. Удар. Уверенно вратарь справляется с этим ударом. Да, это неожиданно не стал для голкипера. Вратарь выполнил свою работу четко и умело. Ничего опасного, здесь мяч выносит. Мяч не идет, перехват.
атакует Реал. Следует скидка. Да? Вратарь в игре справляется с этим ударом. Центр штрафной, пошла подача. Вот чуть-чуть точнее правее, и отличный гол получился бы. А так мяч уходит за линию ворот. Вбрасывание будет. Эрлинг Холланд. Идет вперед. Не получилось сохранить у себя мяч. Роберт Левандовский. Отлично отбор мяча. Фоден с мячом, он идет к воротам соперника. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча. Мохамед Салах. Слишком сильно. Мяч у вратаря. Фоден. Уверенно отбирает мяч. Салах. С мячом Фельдинг. В центр штрафной. Вратарь забирает этот мяч без особого труда. Да, там ничего сложного не было. Мяч от головы прилетел прямо в руки вратаря. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Удар приходится точно в голкипер. Ренан Лоди. Салах. Отличные оборонительные действия. Левандовский. Из-за боковой мяч будет вводить. Мяч продолжает двигаться в сторону ворот. С мячом. Очень опасно могло быть. Эрлинг Холланд. Лерой Сане. Отдает Лерой Сане мяч сопернику. Мяч за боковой линией. Феллер с мячом. Виллиан. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. И мяч потерян. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Чем проще, тем лучше. Отбил от ворот подальше. Молодец, вратарь. Угловой подаст Бору. Хозяева ведут в счете и затягивают время сейчас. Любой ценой они, похоже, хотят сохранить результат. Можно понять их слишком. И вратарь на месте. Отличный удар головой и потрясающий. Сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Пол команды обыграл, ничего себе!
Мяч в воротах. Руди Фёллер постарался. Хорошая атака заканчивается. Его безупречная игра в завершении. Фода. Фил Фоден идет вперед с мячом. Из этого что-то может получиться. И что-то может тут получиться. Очень неточно. Филин. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Там Левандовский может сыграть. Гол! Вот это мастер Левандовский. Отлично пробил с лета и забил очень красивый мяч. Мяч в игре. Защита Бора сплоховала. Слово за нападение. Мохамед Салах. Мяч снова у Боро. Генан Лоди. Левандовский. Мохамед Салах. Что придумает Зидан? Сейчас счет может измениться. Здорово сыграно. Немного точности не хватило пасу, будет аут. Руди Фёллер. И это Роберт Левандовский. И Левандовский кладет мяч в сетку. Защитники все-таки сегодня никак с ним не справятся. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча. Мяч. Роберт Левандовский. На дальний Салах. Эта атака ничем опасным не закончилась. Эрлинг Холланд. Глазил, и они из-за этого потеряли мяч. Будет угловой, подаст Боро. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Удар головой и вратарь кольцо. Сколько угодно можно подбирать эпитеты к игре вратаря, но он сыграл действительно превосходно. И куда дальше мяч пойдет? Гол! Снова равенство на табло. Сравняла команда счет, и у нас 3-3. Высоко они играют сейчас, и мяч перехватили. Мяч отобран чисто. Ну как, кто к нему успеет первым?
Да, ворота были пусты, но ведь с такой дистанции в них еще попасть нужно. Матч продолжается, уже забили 7 мячей, счет 4-3, и как это закончится, сказать трудно. Бальда. И остановился. Очень близко они подошли к тому, чтобы сравнять счет, но мяч вместо сетки ворот уходил в каркас. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Левандовский. Ушел мяч, аут. Очень активно сейчас отправляют в атаку своих игроков болельщики. Роберт Левандовский подает. Он здорово играет, не дает пробить. Реал подаст угловой. Центр штрафной подача. Опасный момент. Удар головой. Хотя и с трудом, но все-таки справляется голкипер. Повреждение сказывается, тяжело ему. Перехвачен мяч, отличный высокий прессинг. Вот сейчас вполне они могли интригу возродить, но не использовали свой момент. Да, хороший вариант был отыграть один мяч, но ничего сейчас не получилось. Вирджил Ван Дайк. Зидан с мячом. Перехват, эта атака не получается. Сане. Соперника просто не заметил. Он блокирует опаснейший удар. Мохамед Сала. Последние 5 минут прошло. Левандовский в положении вне игры. Гости полностью переигрывают соперников и едва ли упустят победу в оставшееся время. Разница в 2 гола по такой игре может стать залогом победы. Если соперник не начнет рисковать и не отыграет один мяч в ближайшее время, концовка станет просто формальностью и пройдет в спокойном ключе. Руди Фёллер. Очень хорошо он пасом. Игры здесь боковой фиксируют. Задержался. Последняя минута второго тайма. Роберт Левандовский. Это шанс! Забивай! И на этом наш матч завершен. Гости сегодня оказались сильнее. Никаких вопросов не осталось к победителям, когда ты выигрываешь. Sounds
И вновь говорим мы вам привет с футбола. Ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Матч у нас что надо, это Play-off Champions. Что мне больше всего нравится, на трибунах не видно свободных мест. Интерес к матчу потрясающий. Последний матч у них удался. Хороший выход из обороны в атаку. Быстрая игра на флангах. И как результат, победа. Если не сбавит сегодня и продолжит играть на таком же уровне, у соперника будут большие проблемы. Реал начнет матч в следующем составе. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Вирджил Ван Дик в защите сыграет вместе с Лораном Бланом в центре защиты. И к линии нападения в ней Роберт Левандовский сыграет в паре с Руди Фёльн. Эй, может пробить. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Нам показывают состав команды гостей. Голкипер Уго Льорис. Рикардо Карвальо начинает с Гарри Магуайр. Действительно, почему бы не сыграть в два нападающих? Согласен, схема сбалансированная и довольно вариативная. Атакует Реал. И мяч переходит к сопернику. Грубый отбор. Тут и желтую увидим. Соланке. Сейчас. Это фор. Зинедин Зидан – это лидер на поле и очень нестандартный футболист. Чего нам ждать от него сегодня, Константин? Ну, с мячом он умеет обращаться, и ему часто даже партнеры не нужны. Может и в одиночку всех пройти и забить. Фримпонг. Соланке. Это Муса Диаби. Виля. Все-таки смогли они мяч перехватить. Совсем близко до ворот был. Центр штрафной. Выше ворот проходит мяч. Ничего опасного для вратаря. Хотя все могло сложиться гораздо опаснее. Немного не хватило точности. Муса Диаби. Фёллер. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Кейн, пас вверх в его сторону. И не получается обострить игру, к сожалению. Роберт Левандовский. Хороший пас получился. Руди Фёльнер получает пас. Отражает удар Льорис. Была надежда на опасную атаку, но не получилось. Если бы не переход.
закончилось только назначением пенальти. Все равно это высокая цена за фол в штрафной. Игрок ошибся и, скорее всего, привез гол в свои ворота. Реализует он пенальти. Повтор реализованного пенальти. Интересно посмотреть за вратарем. Уверенность, что удар придется по центру, себя не оправдала. А со стороны это выглядит и вовсе достаточно необычно. Все-таки стоило выбрать угол и попытаться встретить в нем мяч. Маквайр. Получается отдать на ход. Очень надежно. Выбит мяч. Сиряет они мяч. Карики. Прорывается он с фланга. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Очень красноречив счет на табло сейчас. Тотальное преимущество у одной из сторон. Соперникам придется нелегко во втором тайме. Пока у них мало что получается, и смотрятся они гораздо слабее. Но впереди еще много времени, и все может измениться. Может быть опасно. Не дает защитник нанести удар, но мяч все еще в штрафной. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Муса Диаби. Солан. Они потеряли мяч. Здорово сыграно в сторону Левандовского. Смотрим, что он сделает с мячом. Будет гол. Попадает мяч в ворота после удара.